Анатольевич, я вас приветствую. Вот так. Маленькие хитрости. Ну, у всех даже хитрости. Да, что мы не час с тобой до этого пили чай. Нет, у меня маленькие... телевизионные игры. Да, у больших людей большие хитрости. Вот у вас большие хитрости, наверное. Да, тоже. Ну вот, меня такая хитрость интересует. Ширвиндт руководит уже столько лет театром. Как это может быть? Как может быть человек, который... Видно же, что вы добрый человек. Вы же не можете уволить, наверное, никого. Как, к сожалению, да, очень трудно. Ну, а как, какой же руководитель, который не может увольнять, интриговать? Плохой какой. Ну, зачем это вам надо? Ну, если говорить серьезно, то да. Это была такая безвыходная ситуация. Угу. Не вчера, правда, это было, знаете, сколько? 12,5 лет 2000. Назад. 2000. Угу. Как дым. Ну, просто наш вот незабвенный Валентин Николаевич Плучик. Угу. Вот, он же руководил театром 1000 лет. Ему было 90. 90. Угу. Сейчас, когда мне почти 90... Ну ладно, я вам в будущем году только 80. Все равно это неслыханно. То есть вам еще 990 лет... Ты даже не представляешь, как все быстро. Я ничего тебе не предостерегаю, но имей в виду, в секунду. Я знаю, да. У тебя внуки же есть, да? Да. Но один, у вас два. У меня двое правнуков. Уже? Да. И вот когда правнуки, и когда начинаешь понимать, как это все, то к тому, что действительно он был физически плохой. Физически плохой. И понятно. Вот это все началось, эта бодяга. Неполиткорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».